прежде всего, многофункциональный самолет. Предназначен, основное предназначение – это тушение пожаров, выполнение функций спасения и, возможно, также перевозка грузов и пассажиров. Очень комфортный, маневренный, то есть перегрузка у нас допустима до 3 единиц. Забор воды происходит на глиссировании на скорости около 150 км в час путем выпускания двух водозаборных устройств. И в течение 14 секунд происходит полный набор воды, 8 баков, 12 тонн. Здесь будут устанавливаться створки для забора воды. Каждая створка открывается по отдельности. Также могут открываться они все вместе для выполнения определенных задач, тушения пожаров.